Сегодня мы хотели бы представить новую серию Midea Blank, которая появилась на рынке в 2016 году и представлена как в инверторном, так и неинверторном исполнении блоков. Инверторная серия соответствует европейскому классу энергоэффективности A+, работоспособна при охлаждении на температурах от минус 15 до плюс 50 градусов Цельсия. Для обогрева его также можно использовать при наружных температурах от минус 15 до плюс 23 градуса Цельсия. Это говорит о высокой эффективности работы системы и высокой ее надежности. Серия с постоянной мощностью кондиционеров Blank обладает возможностью работать при температурах на обогрев от минус 7 до плюс 25 градусов Цельсия, а на охлаждение от плюс 13 до 43 градуса Цельсия. В моделях 7, 9, 12 также установлен ионизатор, который позволяет дополнительно очищать воздух. Отличительная особенность внутренних блоков является то, что использован гладкий глянцевый пластик, и дизайн этой серии разрабатывался по мотивам гладких морских волн. Также используется фильтр с двойным коэффициентом очистки за счет применения и обычного фильтра, и вместе с ним фильтра так называемой технологии High Density, у которого размер ячейки в два раза меньше, чем у обычного фильтра. Это позволяет задерживать больше пыли и более качественно очищать воздух. Скрытый LED-дисплей находится под передней панелью блока. Его также можно погасить с пульта дистанционного управления, если он будет мешать вам, ну, например, отдыхать в спальне. Широкие жалюзи горизонтального распределения воздуха находятся под лицевой панелью. Вторые жалюзи управляются вручную. Все модели серии Blank комплектуются пультами нового эргономичного дизайна RJ70. На этих пультах, кроме обычных функций настройки скорости потока воздуха и режима выставления температуры, присутствуют также клавиши, которые позволяют управлять ионизатором и дополнительными функциями. В частности, есть режим суперохлаждения 17 градусов, есть режим сна, есть режим экономного потребления, который позволяет перевести все моторы на минимальную скорость и погасить экран индикаторов. А также есть режим фаворит, который позволяет задать пользователю те настройки, которые ему наибольше нравятся, и запомнить их в памяти пульта. В пульте есть встроенный датчик температуры, который позволяет использовать также функцию Follow Me, которая позволяет задать температуру воздуха более точно, и она тогда контролируется по той точке в комнате, в которой находится пульт. Также в этой серии применяется наружный блок в стиле Diamond, у которого минимизировано количество крепежных болтов, и он легко подлежит разборке для сервиса либо ремонта.